Ну что, все дела поделала. Теперь приехала домой. Дома сейчас буду готовить шурпу. А то я купила баранину, она уже второй день просто лежит у меня в холодильнике, ждет своего часа. Так она случайно может и пропасть. Поэтому сейчас будет очень вкусная шурпа, которую надо варить часов 7. Смотрите, у меня тут процесс готовки. Мои ребрышки здесь вот наводят суету. Я не знаю, почему она так мигает. Она не мигает в жизни. Картошечку уже помыла, нарезала. Вот у меня все тут здесь подготовила. И потом, когда вот это вот 4 часа пройдет, я это добавлю. А у меня новая посылочка с Wildberries. Здесь очень и очень прикольная вещь. Вы можете подумать, что это доска, но нет. Она из натурального дерева, чтобы сюда красиво сложить свои приборы. Вот эти вот пластмассины я буду заменять на вот такую красоту. У меня радостный день. Это человек дома, поэтому меня нет в инстаграме. Я валяюсь на нем и провожу с ним время. А то он дома бывает раз в году, и то на ходу. А мне еще так грустно было. Сегодня с родителями разговаривали, плакали. Все втроем. Соскучились просто друг по другу. Еще мужа дома не было. Тот пришел 5 минут назад. Угу. 3 часа уже здесь.